Отлично, разобрались. Сейчас, наверное, нужно будет поскидывать все в ящик, то, что мне не нужно. И, я не знаю, отнести, по идее, этот газовый баллон туда кровососом, кровосисем. Еще раз спасибо, ребята, что подсказали. Я бы не догадался. Я бы, ну, вообще откуда я бы узнал, что тут нужно где-то ключи искать. Разве что смотреть в интернете описание, и то, ну, я таким не страдаю. Так. Окей. Есть, и сколько он весит? 7 килограмм почти. Ну, перевес немножко. Я думал, он тяжелее будет. Так, а задание обновилось или нет? Хо-хо-хо-хо-хо-хо. Ну чё, ребята? Марш-бросок сейчас будет. Наверное, я еще что-то поскидываю, да? То, что мне сейчас не нужно. Допустим, эти патроны. Нож. А чем я буду пользоваться? Допустим, еще можно патроны скинуть. Там-то вернусь. Нет, баллон все-таки тяжелый. Не знаю, мясо ненужное. Блин. Короче, ладно, пускай. Ну, давайте это еще. Ну, хоть что-то весит. Килограмм. Ну, вот почти на норму, да, общий вес нормально. Я сохранюсь. Мало ли что. Так, и теперь в долгий путь. Светлеет. С этой картой упоротой. Не знаю даже, как лучше пройти. Это будет долго. Минут 5, наверное, будем топать. Чего, чё оно пропало-то? Теперь появилось.
Че бы такого похавать, чтобы энергии дофига дало как-то на время, я не знаю. Есть ли такое вообще? Че это дает? Давайте съедим, наверное. Куда-то туда, да? Офигеть, как долго будем бежать. Надо было еще больше поскидывать, но я боюсь, что вдруг оно пропадет. Твоя мать, еще псы. Или нет? Послышалось. Ну, еще немного. Буквально пару минут несчастных. Так, прогрузка. Фриз. Отдыхаем, пускай грузит. Пускай грузит. Можно потом будет забежать сюда. Там говорили, что под домом есть этот схрон. Так а чё тут? Ничего. Вот так вот. Вроде под этим мостом есть тайник, но я там как-то шастал возле лодки, и там радиация есть. Поэтому я не очень хочу туда идти. Можно как-то сохраниться именно? Сделать запись. Давайте 1, 2, 3. Сохранить. Окей. Так, ну вот прямо по прямой. Сейчас посмотрим, тут под мостом есть что-то или нет. К лодке я не хочу подходить. Опять прогрузка. Что это так посветлело-то? Ой, наверное, зря я так стрельнул. А луна красивая. Так, еще чуть-чуть.
Тихо вроде. Ну-ну-ну. О. Пришли, да? Чё, куда баллон ставить? Вот сюда вот, наверное. Или сюда, вот сюда. А, непонятно. Так. Вот, есть баллон. И теперь крутануть, да? Чё? Твою мать! Нет, я умер. Их там двое или трое, я вообще не ожидал, что... А, блин. Далеко я сделал запись, конечно, но хочу сказать, что вообще некоторые ребята вроде как советуют просто в тупую, а можно было их там как-то убить. То есть пойти и просто убить. Окей, но будем знать. Сейчас спокойно подбежим. Думаю, ничего не случится. Надо еще бы знать, откуда они там вылезли. Я не видел никакой дырки. Сейчас мы прибежим, сохранимся, думаю, отстоим, отстреляемся сейчас. Так, главное, чтобы патронов хватило. Там 40 секунд, да, нужно. Окей, сохраняемся, да? Сохранимся мы вот так вот, сделаем запись, допустим, вот так вот. Сохранились и даже не знаю, где лучше стать. Вот, наверное, где-то тут. Ну и... Через сетку они не будут драться? Хитрая стал, да? Чего они хотели? Кровосиси. Ага. Не все так просто, да? А гранаты я все оставил, как назло. Окей, что мы делаем? Делаем перезапись.
А, даже без разницы. Так вот сделаем. Есть кто? Я даже не знаю, хиляться или загружать. Давайте загрузим. Очень плохо, что нет, нет гранат. Ну. Кровосись. Кровосись. Да их тут до хера. Твою мать, еще через решетку. Не, ну патронов на пистолет вроде как хватает. Через решетку не хочет он. Твою мать, через решетку клацует. Обалдеть. Что делать, ребята? Но я точно не убегу от них. Это понятно. Не достанет. Ну это так. Посмотрим, что получится. Твою мать, достали. Посмотрите, снесли все ХП. Ну вас в жопу. Как знал, что нужно оставить гранаты. Ну давайте, давайте, давайте. Так, а куда мне? Можно попробовать, конечно, побежать вот сюда вот. А там есть сталкеры, которые, скорее всего, помогут мне. Но я не уверен, что я добегу. В этом вся и проблема. Хрен тебе. Чик-чирик, я в домике. Так, ну, можно попробовать, конечно. Давайте попробуем, че уже столько раз умер, что. Почему бы и не попробовать?
Отстали? Окей, круто. Есть что? Твою мать, она. Радиация. Фу, так. Очень радует, что выполнили все-таки какую-то миссию, задание. Ой, что-то мы вообще не туда побежали. Нам показывают, что нужно на Скадовск. О, ребята. Привет, брат. Привет. Привет, привет. Вон туда вот. Вон еще трое, да? Привет, брат. Брат, привет. А ну-ка, 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 давай. Ну, привет. Нет, ну привет. Так, тут нам сказали, точнее нам, а мне добрые люди подсказали, что под домом. Я не знаю, как, конечно, это под дом. Может быть, вот так вот, да, как-то под домом спрятано что-то. Посмотрим. Так, 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 так. Есть, есть, ребята, да, вы молодцы. Это был схрон? Еще какой-то кусок еды, что ли? Пластиковая банка. Да вы шутите. По идее, да. Да, реально. То есть вот это. Ну, давайте попробуем, во-первых, сохраниться. Вот так. Там тоже какой-то схрон был, точнее есть. И мне сказали, что там он где-то на трубе этой. Не запрыгнул. Запрыгнул. И очень даже вовремя. Нет, не то я достал вообще-то, но. Вот, но схрон где-то тут. Че, найду? Чуть ноги не сломал. Так.
Теперь еще попробуй найди. Нет, давайте загрузим. Окей. А что делать? Я хочу пособирать, и было бы неплохо. Просто я не вижу смысла сейчас 5 минут искать, где же там бутылка воды упала или что там была, водка. Если честно, я думал, в этих схронах достаточно что-то толковое лежит. А там такое не очень. Следующее. Водка. И еще что-то. Окей. Так, ребятки, ну что делаем-то? Так, на эту парашу я не буду тратить патроны. Там все равно толку будет мало. Сейчас на Скадовск тут два метра пробежать. Кто стреляет? Да вы шутите. О боже мой, прыгнул с метра, я не знаю. Так, это свои. Прыгнул с метра, чуть ноги не сломал. Надо будет потом вернуться к там, где я оставил пушку, патроны, гранаты. Надо будет забрать. Естественно, я этого, наверное, писать не буду. Так, зайду, заберу. Привет, брат. Окей, это мы должны к Бороде. Так, о, 15 косарей. А также получен предмет Велос, который мне нужен отдать Сычу. Мне их 3 штуки нужно, значит, 2 штуки еще нужно. Торговля. Так, ну что? Я думаю, эти документы можно будет пихнуть Сычу. 27 косарей у меня. Я не знаю, можно забрать потом пушку и отремонтировать ее. Там нужно 30 косарей где-то. Так, ну что, давайте. Давайте, что есть для меня. Вот, и заинтересует. Я думаю, что нужно будет продать эти документы. Пока я не буду этого делать, но... вы давай, подскажете давай, мне. Задерживайся. Продавать их или не продавать, то есть... Возможно, не пригодятся. Не знаю. Так, и давайте на этом закончим. Спасибо за просмотр. С вами был Бабкин. Подписывайтесь на канал. Вступайте в группу ВКонтакте. Ссылочку вы увидите в описании. Пишите свои комментарии. И не забывайте ставить пальцы вверх. Также пишите свои... не знаю, может, какие-то тайники, подсказки, советы. Не забываем писать. Мне это очень помогает. Так, ну на этом все. До новых встреч. Пока-пока.